Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня проект инвестиционный по заработку криптомонеты USDT. Проект замечательный, он стартовал буквально несколько минут назад. Я делюсь с вами, так как у меня есть аналогичный проект, я там шикарно зарабатываю, ну вот, и решила вот зайти в этот проект. Конечно же, как-то не зайти. Называется Love Shop, ну, типа торговля. Значит, смотрите, по регистрации, вот здесь язык, здесь нет русского языка, так что как-то так будем. Значит, прописываем email адрес, username, пароль, повтор пароля, security пароль. Я прописала везде одинаковый пароль, чтобы не запутаться. Security пароль, уважаемые, если захотите зайти, у вас зацепит проект, в обязательном порядке запишите, сохраните, чтобы потом не было проблем. Далее WhatsApp. Ну, WhatsApp, как бы, его нужно прописывать, но как бы, ну, что хотите, можете прописать. Номер телефона я прописала. Кликаем «Зарегистрироваться». Все пароли должны сохранены быть. Это по регистрации. Значит, email, username, пароль, 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 WhatsApp. Здесь код пригласителя обязательно и регистрируемся. Далее попадаем вот на такую страничку. Дают нам бонус при регистрации 5 USDT. Минимум депозит 1 USDT. Минимальный вывод 0.01 USDT. Комиссии нет за снятие средств. Но здесь можно как бы это все перевести на русский язык, почитать и ознакомиться. Вот. Кликаем. Закрываем. Далее вы попали в кабинет. Вот они, мои 5 USDT бонусных. Что нужно? В первую очередь обязательно кликаем вот сюда, вот на этого человечка в самом низу. Пойти и прописать платежную систему, то есть номер кошелька. Не дай боже, вы забудете пароль для входа или пароль для вывода, без прописанного кошелька вам никто не поможет. Опускаемся ниже и USDT адрес. Сюда кликаем. Вот я в первую очередь прописала. Прописывайте сюда адрес кошелька. Я прописала StrongLink, кликнула сохранить. Все, друзья, он у меня сохранен. Возвращаемся далее. Значит, смотрите, вот на человечка я кликнула, и вот здесь мой логин, у меня VIP 0, и вот сюда вот на этот значок мы кликаем, реферальная ссылочка, вот линк копировать, кликаем. Ссылочка скопировалась. Три уровня партнерской программы. 5, 3 и 2%. Возвращаемся. Так, далее что? Ну, здесь команда. Что? Это все можно изучить. Вывод, отчеты команды. Будут отображаться наши рефералы. Далее, здесь история вывода, персональная дата, ну, всякое. У нас самое главное, чтобы был прописан USDT адрес. Это в обязательном порядке. Далее, что нужно сделать? Нужно сделать что? Депозит. Видим, у меня все по нулям. Я только зарегистрировалась и в Telegram раскидала рекламку. Значит, для депозита переходим вот на домик, нажимаем. Вот это первая вкладочка «Депозит», это вкладочка «Вывод». Здесь «Контакт».
у них Telegram. Поддержка. Значит, кликаю. И вот USDT RTC 20. Я кликаю сюда. Дали адрес. Скопировать адрес. Минимальный депозит от одной монеты. Кликаю. Адрес скопирован. Я перехожу. И что? Так, send вот USDT мой. Кликаю send. Прописываю адрес. Обязательно все проверяем. Я буду две монеты депонировать. Send. Отправляем. Все. И проверяем. Две монеты я депонировала. Так, ну, в принципе, и все. Теперь возвращаемся в кабинет. Да, хочу вам показать их первый проект. Вот он. Я здесь успешно работаю. Успешно. Я не писала видео, но как бы вход по имейлу и паролю. Вот. Значит, смотрите. Вот у меня на балансе 7,57. Вот. Я еще не выводила. Ближе к вечеру буду выводить. Так, далее. Возвращаемся. Депозит. Я... А, вот тоже депозит пришел. Теперь что нужно сделать? У нас стал 7 депозит. Ежедневно. Так, у нас VIP-1 у меня. Опускаемся чуть ниже. Мы видим здесь VIP 0, VIP 1, VIP 2, там по нарастающей депозиты, как бы, да. Кликаю VIP 0. И нужно сделать, как бы, покупки. Ну, типа того, да, нам за это будут начислять. 10 из 10. Смотрите, старт. И кликаю. Все. Я купила один. Следующий. Вот такая надпись появляется, ребятки. Ничего страшного. Я возвращаюсь. И кликаю по новой. Опять кликаю. Все. Мне зачет. И вот как бы 10 раз я поставлю на паузу и кликну вот 10 раз. Вот я просмотрела все вот это, прокликала. У меня 10 из 10. Теперь кабинет когда обновится, завтра утром я опять буду заходить и как бы делать покупки такие. Так, ну что. Возвращаюсь сюда. Значит, будем выводить монетки. Это депозит, это вывод. У меня на балансе 0.36 USDT. Как видим, адрес у меня прописан. Значит, и здесь у меня уже по умолчанию стоит пароль. Это я стираю. Прописываю сумму 0.36. Вот все. Видим, баланс у меня обнулился. Теперь пойдем на кошелек, буду проверять. Пожалуйста, мои монеты поступили. Платит, все замечательно. Пожалуйста, если вас зацепит этот проект, не забывайте про пароль. Потому что у меня что получилось? Это их третий проект, вот я пишу видео. Вот это вот у них первый проект. Здесь я, ребятки, вообще шикарно зарабатываю и вывожу.
В общем, сейчас даже у меня где-то здесь ВКонтакте есть скрин. Вот он даже. Вот я выводила с него плюс 45 USDT. 3 августа я выводила. Это вот третий. Это первый, я не писала к нему. А вот второй, ребятки, я в пролете. Почему я вам сказала, что будьте внимательны? Но здесь мне уже никто помочь не сможет. Почему? Я вам сказала вот здесь прописать адрес. А я так спешила, бегом регистрировалась. В общем, ну, у меня же я в Телеграме, как бы, да, чтобы мне дать рекламу. И я забыла прописать USDT адрес. Без вот этого адреса не восстановить кабинет. Понимаете? Дело в том, что я сохранила логин за место email адреса. Понимаем? Вот и все. А мне потом я прописала, когда вышла из кабинета, прописала электронный адрес, здесь пароль. И у меня неверный пароль пишет. Выдает вот эту ошибку. Все. И мне уже ни поддержка, мне никто не может помочь. Вот у моего реферала была вот в первом проекте такая проблема. Ну, я ему помогла, у него поддержка не отвечала. И я как бы с поддержкой общалась, но у него был прописан адрес. И да, у него, он мне скрин скинул, у него более $100 на балансе. Там, конечно, ребятки, да, будешь переживать. И он забыл пароль для вывода. И вот я, естественно, я с поддержкой все общалась. Боже мой. В общем, я помогла человеку. Слава Богу, он вывел. Это уже ближе-ближе к вечеру. Все, говорит, я вывел. Слава Богу, все как бы хорошо. Поэтому обязательно, если зацепят, прописать адрес USDT. Они, поддержка мне отвечает, они просят адрес кошелька. А у меня адрес кошелька не прописан. Вот. Вот такие вот дела. Так что не все так просто. Зашли, сразу прописали адрес кошелька. Ну, все, в принципе. Здесь вот прочитайте информацию. Я уже ничего зачитывать не буду. Видео так затянулось. У меня вообще ажиотаж, короче, в Телеграм. Вот, побегу я рекламить. Вот. И вот сюда заходите. И как бы это самое... Кликайте. Вот сюда кликаете, если у вас будет... Ну да, они как бы там требуют, чтобы покупать следующий уровень. Я что делаю? Я кликаю сюда на домик, потом возвращаюсь, чтобы не терять время, опять сюда и пошла дальше кликать. Потом опять на домик. Ну ничего. Как бы все нормально. Ну и реферальная ссылочка. Как я сказала, вот здесь... На эту штучку кликаете и копируете. Интересно, заходим. Неинтересно, друзья, проходим мимо. Это интернет. Это инвестиционный проект. А все, что связано с инвестициями в интернете, какой бы ни был проект. Любые инвестиции – это риск. Я рискую своими монетами. Вы же думайте, друзья, сами. Если сомневаетесь... Пожалуйста, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.